Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Друзья, наконец-то я смог записать этот ролик, потому что все это время, ребятки, я прокачивал вот эту вот штуку. Я это все прокачивал, я не думал, что это будет так долго, реально. Я думал, что это будет намного быстрее, но оказалось, друзья, не все так просто, как думал я. Поэтому, ребятки, я решил записать этот ролик и показать вам, как можно быстренько это все прокачать. Какие есть варианты, какие есть возможности прокачки, и вообще, как это можно быстро сделать, чтобы приложить минимум усилий и получить максимум результат. Так что, друзья, сейчас я это все вам буду показывать. Сейчас будем это все разбирать, сейчас будем это все смотреть. Ну и, конечно же, ребятки, перед началом этого ролика у меня к вам большая просьба, кто еще не подписался, прошу вас опуститься под этот ролик, нажать на кнопочку подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайкусик этому видосику. Ну, а я начинаю. Погнали! И еще, ребятки, небольшое объявление ввиду последних событий. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что нас завтра ждет. Поэтому, друзья, если вы не хотите терять со мной связь, заходите в мой Дискорд, подписывайтесь на Дискорд и заходите на мой Дискорд-сервер. Ссылочка будет в описании, я всегда там. И все ребята наши там, поэтому вы сможете задать любые вопросы и быть в курсе всех последних новостей. Так, друзья, начнем с самого простого, ребятки, самое простое. Так, подождите, я знаете, что я не сделал? Я не сделал еще такую штуку, которая называется у нас «Взять собрать те денежки все полностью отсюда». Так, давайте посмотрим. Collect interest. А, 6 часов еще подождать, ничего себе. Все, я понял, 6 часов жду. Так, друзья, самое-самое интересное, это у нас самое первое, которое можно быстрее всего прокачать, ребятки. Это у нас, конечно же, яйца. Яйца, ребята, качаются очень быстро. Прям очень мега быстро. Деньги, если у вас есть, вы просто становитесь вот сюда. Так, подождите, стойте. Ready, собираем. Что мне дают? Мне дали подарок. И все. Подарок. И видите, смотрите, ребята, я раньше говорил, что если вы находите в этой локации, то вам дадут только вот эти коины. Нет, уже поменяли, уже все разные коины дают. Так что прикольно. Ребятки, кстати, друзья, я сколько уже открыл подарков с этого времени, мне ничего не выпало. Ничего. Поэтому, друзья, очень сильно дюпают сейчас питомцы в этих пьючкеты, которые новые, ребятки. Поэтому, друзья, будьте очень аккуратны, потому что шансы очень маленькие, вообще нереально маленькие. Поэтому, ребята, вообще надо быть очень аккуратным, если берете, то берете на каких-то условиях, если меняете. Если вы видите выгодные обмены, то, конечно, я не знаю, как это делать, но лучше, конечно, сейчас не рисковать, потому что очень сильно дюпает этих петов. Надо быть очень, ребятки, аккуратны. Так, друзья, значит, что мы делаем? Значит, если мы хотим прокачать вот эти вот яйца, они прям здесь вот так и нарисованы. Видите, вот это первое лицо? Оно вот здесь так вот нарисовано. 99-й вот у меня уже уровень. Ребятки, получается, вы просто заходите сюда, открываете здесь автосеттинг, нажимаете вот автоудаление, автоудалит, 1, 2, 3, 4. Можете все, в принципе, нажать удалить и просто нажимаете открыть. Я понимаю, что у некоторых нет автохедж, но, ребятки, можно вот так вот сделать, можно взять любой автокликер, который вы найдете, нажать вот так вот, присоединиться, немножко чуть-чуть вот так направить вот эту кнопочку buy, чтобы она была, видите, на ешку, чтобы она вот сюда на ешку заходила, нажать так на автокликер и вот так поставить, и оно вам будет клацать и открывать, оно вам клацает и открывает постоянно, то есть вы себе можете уйти, и вы так можете за время себе нормально, ну, я не знаю, сколько нужно времени, чтобы прокачать на одном яйце, но у меня за 3 яйца где-то ушло, наверное, ну, может быть, час, может быть, 2. Если у вас одно яйцо, то вас найдет, наверное, ну, часа 2-3, может быть, 4. В зависимости от того, как у вас быстро работает компьютер, либо на чем вы там играете, друзья. Поэтому, ребятки, вот такой вот вариант. Самый первый, что вы можете прокачать, это вот это яйцо. Оно вот здесь качается точно так же, как и золотое. Золотое точно так же качается, ребятки. Вы подходите сюда, нажимаете ешку, подходите сюда, и вот так вот ешку выводите, вот это buy 1, выводите сюда на ешку, чтобы оно нажимало. Оно нажимает сюда, а потом нажимает на ешку. Нажимает сюда, а потом нажимает на ешку. И так, ребятки, постоянно. И тоже вам, ребятки, где-то, ну, за часа 2-3, может быть, 4 максимум. Не знаю, ребятки. Скажите, кстати, скажите, сколько у вас времени занимает на... Кто уже пробовал, кто уже прокачал, сколько это времени занимает, если вот так вот ставить на автокликер, на АФК. И, ребята, знаете, что я вам хочу сказать? Я не особо заметил разницу, честно. Не особо заметил разницу. Вот я взял, тут написано, если вы откроете 99 уровень, то шанс получения золотых петов у вас увеличится. А если вы откроете вот здесь 99 уровень на золотых яйцах, то шанс получения Rainbow Pet у вас увеличится. Друзья, не заметил. Вот честно, не заметил. Я столько яиц уже открыл. Посмотрите, сколько у меня яиц, друзья. Это все. Я уже вот кучу яиц открыл. Я уже сделал, у меня уже уровни, я же делал еще, качал уровни, которые на Dark Matter, друзья. И не заметил, друзья. Не заметил вообще. Все, что у меня вот здесь золотое, это все я крафтил сам. То есть, не знаю, каким образом, где оно выпадает. Какой-то шанс.
Насколько большой это шанс, но шанс, видимо, не сильно большой, потому что разницы особо я не почувствовал вообще. Так, друзья, дальше, ребятки, бусты. Бусты, конечно, это самое, наверное, простое. Вообще, потому что я что я сделал? Я зашел сюда, себе бусты. А у меня тут была куча бустов, вы сейчас увидите, да, у меня 52 часа X3 дамаг и 43, точнее, 52 дня у меня X3 дамаг и 43 дня у меня супер лаки. Ребята, у меня все бусты, которые у меня были на дамаг и все бусты, которые у меня были на лаки, я все тупо слил. Я вот так вот нажимал, тоже ставил, я вот так просто поставил тоже на автокликер, и он вот так вот нажимал, короче, пока у меня не качнулся полностью весь мой уровень, ребят. Это было, конечно, не так уж долго, но все равно было немножко напряжно, потому что у меня этих бустов не хватило. У меня тут, ребята, было 3000 бустов, а тут было 2500. Ребята, я слил, чтобы качнуть 99 уровень, я слил вот этих бустов где-то 5000. 5000 бустов, друзья, я слил, чтобы качнуть 99 уровень вот этих бустов, которые дают вам на 50% дольше ваши все следующие бусты. Вот как видите, друзья, я сейчас на X3 Coin заюзал, и мне вместо 20 минут мне дали 25 минут. То есть оно больше времени дает. Правда, я не знаю почему. По-моему, оно не так будет. Вот смотрите, какой у меня сейчас не заюзан. 15 минут на 5%, на 50% больше должно быть 22,5 минуты. А ну-ка нажимаем. Да, 23 минуты, ребят. 23 минуты, видите? То есть оно, ребята, работает. Оно прикольно работает. Поэтому это, конечно, в этом плане это очень выгодно. Поэтому, друзья, если хотите тоже прокачать быстренько, просто становитесь вот здесь. Нажимаете, просто тупо юзаете все бусты, которые у вас есть. Они вам, в принципе, никуда не денутся. Вы все равно качаетесь. На 52 дня X3 дамаг. Смотрите, у меня было 0. Я за день опять 480 бустов набил. Поэтому, ребятки, просто главное стоять на АФК. И все назад можно вернуть, ребята. У меня было реально... У меня был 0. Смотрите, у меня сейчас 480. Прошло буквально где-то день-два. Так, ребятки, дальше, друзья. У нас лутбэкс мастер. Ребятки, конечно, это было немножко дольше, чем я ожидал. Но, друзья, вы знаете, как делать. Вы берете, мы уже не раз об этом говорили, вы берете слабых петов и с слабыми петами идете чуть-чуть слабее, чем сундук, и со слабыми петами идете на любой сундук. То есть, если, допустим, мы летим сюда, допустим, вы, если вы хотите бить вот здесь, у нас получается Heaven Gate. Если вы хотите здесь бить сундук, то вам нужно какие-то, наверное, ангелы здесь, как минимум ангелы какие-то, чтобы у вас были, тогда ангелами можно их апнуть до даркметра и этими ангелами бить этот сундук, тогда вам будет нормально лутбеги падать. Вот смотрите, если я сейчас ударю, кстати, мне ничего не выпадет, смотрите, оп, раз, и ничего не дали, видите, ни одного лутбега не дали, потому что у меня питомчики мои, они намного сильнее, чем сам сундук, поэтому, ребятки, вам нужно с той же локации хотя бы взять, ну, каких-то как минимум ангелов. Вот давайте сейчас посмотрим, сейчас зайдем, где у нас тут есть шоп, вот у нас фэнтези шоп, вот, вы заходите сюда, и вам тут последняя локация, вот, ангелочки, вот они вот здесь, берете золотых, каких-то вот таких вот, либо вот таких вот, друзья, любых, которые у вас есть, которые вы сможете взять, они, в принципе, дешево сейчас стоят, сейчас можно любых этих фэнтези коин набить, поэтому, ребятки, просто их берете, открываете и с этими питомчиками апаете их, и с этими питомчиками идете сразу бить сундук. Тогда вам нормально выпадает. Вот, если мы сейчас пойдем на Axolotl Cave, то вы увидите, что мне только с этого сундука, потому что у меня уже сильные питомцы, мне только с этого сундука будет что-то падать. С других, ребята, вообще ничего не падает. И, ребятки, я просто заодно, я одновременно, ребята, качал, и денежку получал, и радужные монеты получал, и получал отсюда сразу, качал лутбэк, вот эту вот штуку на 99 уровень, мастер, и качнул. Это тоже, в принципе, неплохо. Сейчас показано, что у меня двойной процент, двойной шанс на получение лутбегов. Но, ребята, я тоже смотрю, вот смотрите, мне лутбегов сколько понавыпадало. Я не замечаю особой разницы. Вот честно, не замечаю. Не знаю почему. Если я вот здесь замечаю разницу, вот здесь, бусты, то оно хоть видно, вы хоть можете просчитать. То здесь, ребята, я не замечаю. Оно мне как падало по 6, по 8 штук, так и падает. Какой там двойной шанс? Чего двойной шанс? Я вообще не заметил, ребята, вообще. Вот давайте мы, друзья, специально, я сейчас специально подожду, пока он сломается, чтобы увидеть, ну, видите, да, то же самое, практически то же самое, двойной шанс какой-то, не сильно-то он и двойной на самом деле. Так, ребятки, дальше у нас вот это вообще очень просто, ребята, это очень просто, тут я даже вам ничего не буду толком рассказывать, потому что вы заходите на любую локацию, знаете, где я, кстати, качал, где я это все качал, вот эти вот штуки я быстренько прокачал, вот это вот все, раз, два, три, четыре, как ни странно, друзья, я прокачал в кейв, кейв это у нас, где получается, где попадает, приходит мистери, точнее, торговец, вот здесь. И, ребята, здесь вообще, вот здесь реально очень круто это качается. Во-первых, здесь у нас, получается, вот эти монеты, потом большие монеты, и потом здесь много вот этих сундуков падает, вот этих, потом этих подарков.
из сейфов, ребята. Я здесь просто стал, вот так вот бегал, и оно, в принципе, мне за несколько часов я это все прокачал вообще нормально. То есть оно тут очень нормально падает. И, в принципе, оно одинаково, друзья, оно одинаково качается. Вы что здесь, что на большой локации, одинаковый опыт получаете. Поэтому нет смысла, конечно, бегать по большим локациям, по сильным локациям. Можно это все здесь прокачать. И точно так же, друзья, здесь гемасики качаются. Вообще очень круто. Есть, конечно, локация, где гемасиков больше, но тут уже, ребятки, нужно искать. Тут уже нужно искать. Я вот так бегал с локации на локацию. Тут гемасики, там гемасики, тут гемасики, там гемасики. Это вот эта вот штука, которую я вот здесь прокачал. Все, кроме сундуков, ребята. Полностью вот это все я прокачал только на кейв. Я никуда не уходил. Получается, вот эти сейфы, вот эти подарки, вот эти вот крейтс, вот эти вот монеты, я все прокачал вот здесь в кейве. Что касается, друзья, наших сундуков, то сундуки, конечно, я качал. Не знаю, как вам, может быть, вы еще до этой локации не дошли, а может быть, уже все, наверное, до этой локации дошли. Но сундуки я качал в хакер-портале. Ребята, в хакер-портал это вообще просто клондайк. Тут качать на сундуки вообще очень быстро. Я буквально, ну не знаю, меньше, чем за час я это все прокачал. Вы просто тут бегаете. Плюс тут лутбеги немного качаются. Не сильно, конечно, но чуть-чуть качаются. Поэтому, друзья, тут вообще вот эта вот штука, которая у нас называется честы, они очень быстро здесь качаются. Очень быстро. Но, опять-таки, вернемся. 100% награду за честы я не увидел. Вот, друзья, вот честы не вижу. Не вижу вообще, хоть убейте меня. Как мне давали деньги и миллиарды, так и мне и здесь дают. Точно так же. Поэтому, мне кажется, что, друзья, оно еще не все работает. Как вы думаете? Мне кажется, что прям вот эти вот шансы, они еще не все работают. Может быть, в следующей обнове пофиксит, что-то добавит, но будет нормально работать, потому что неощутимо, друзья, вообще неощутимо. Гемасики, друзья, я вам говорил, конечно же, если у вас есть випка, то очень выгодно, конечно, качать на випке. Очень выгодно вообще. Но випка стоит денег, поэтому не у каждого она есть. И у меня была випка, я немножко на випке качал, немножко качал на других локациях. Но, ребята, проблема випки в том, что оно здесь пропадает. Оно мне пропадало постоянно. Я вот почистил локацию, и оно мне не появлялось заново. Вот оно мне сейчас падает, а вот если вы какое-то определенное количество этих гемасиков сносите, оно больше не появляется. Я не знаю, зачем это связано. Вот смотрите, сейчас куча упала, видите? А у меня, наверное, может быть, какие-то баги были, ребят. Но у меня, когда я это все чистил, где-то через минут, наверное, 10 после того, как я уже это качал, у меня здесь все пропадало и все чистое. Приходилось идти в другие локации, потому что здесь просто было пусто, здесь ничего не было, ребят. Поэтому, друзья, я качался опять по разным локациям, бегал, смотрел. Вот смотрите, тут у нас вроде бы гемасики есть. Можно вот так вот летать, бегать, ездить, короче, и смотреть, где у нас есть гемасики, и по очереди гемасики собирать. А это тоже нормально можно прокачать. Дальше, друзья, у нас вот это, Converting Master. Это, конечно, было тяжеловасненько качнуть, но, ребята, тоже вполне нормально. Вы становитесь опять, когда вы качаете вот этот уровень, у вас много яиц, а вы потом с этими яйцами идете сюда и параллельно это все прокачиваете. Сначала качаете тут немножко вот здесь, вот этот, золотые яйца. Потом с этими яйцами идете сюда и их меняете. И у вас быстренько прокачивается уровень Converting Master. После этого вам дают просто вот такого прикольного, очень красивого. Мне, ребята, очень понравился вот этот hoverboard. Но, друзья, он, конечно, медленный, я уже говорил. Кто не знает, ребята, если у вас здесь написано, нарисован один огонечек, это значит, что у него скорость 1. Если 2, это значит, что скорость 2. Если 3, это значит, что скорость 3. Конечно, очень бы хотелось, что можно было бы менять, но, к сожалению, его нет. Но зато, ребятки, вы можете бесплатно получить, абсолютно бесплатно получить hoverboard. Прикольный, красивый hoverboard, не тратя на него ни копеечки, вообще ничего, только потратить немножко времени. Так, ребята, и энчанты, друзья, энчанты я тоже, это вообще самая легкотня, наверное, которая может быть. Зашел сюда, гемасиков сейчас, в принципе, у всех много. Зашел сюда, просто взял одного пета и тупо ему качал, вот так тоже поставил одного пета и тупо ему качал эти энчанты, пока не качну полностью себе уровень. Немножко это времени заняло, но, в принципе, это тоже можно делать себе потихоньку, постоянно вот так вот раз. Вот так тоже ставите, друзья, смотрите, тоже точно так же, на автокликере вот так вот ставите, раз, два, и уходите. Вот так вот кнопочку вот здесь зажимаете и уходите, и все, и он на автокликере вот так вот сам зажимает и качает себе. Потом приходите, просто смотрите, какой у вас уровень, и все. Ну и, конечно же, не все я прокачал, не все, потому что это нереально, ребята. Самое тяжелое, это, конечно, вот это. Вот это самое тяжелое. Тут, в принципе, на фьюзинг еще время можно потратить, можно тоже сделать, когда у вас есть петы.
вы можете, в принципе, его сделать. Но просто у меня уже просто реально, ребят, времени не хватало, потому что это просто нереально жестко. Бегать это все делать. Я просто рано или поздно стану, на это время потрачу, но, наверное, попозже. Так что, ребятки, тут фьюз тоже можно легко качать. Просто становитесь теми петами, которые вы кучу понабирали. Ходите, заходите сюда и качайте себе здесь фьюз. Но вот это, друзья, вот это, ребят, тоже. Dark Matter тоже, в принципе, можно нормально прокачать за несколько дней. Но вот это, друзья, вообще, кто знает, ребят, откройте секрет, кто знает, как прокачать 99 уровень быстро. Потому что я вообще перерыл полностью всю игру, просмотрел все варианты, попробовал все. Ну, других вариантов, кроме как выбивать сундуков, их нет, друзья. Их просто нет. Но сундуков они очень мало падают. Прям очень мало, друзья. Поэтому я даже не знаю. Если вы знаете секрет, как быстро прокачать вот этот Free Gifts Mastery, откройте мне его, напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать, потому что я пока что не понял. 20 уровень, ребята. Я сабновы, чтобы вы понимали, я сабновы не вылажу с игры. У меня постоянно включен компьютер, и он постоянно что-то делает. Либо качается, либо что-то собирает. То есть, получается, сегодня уже какой день, я 4 дня с игры не вылажу. 5 дней уже с игры не вылажу. И всего лишь 20 уровень, вы представляете? Всего лишь 20 уровень. Это, ребята, жестко. Это нереально жестко. Так что, друзья, вот такая вот у меня прокачечка. Надеюсь, я вам помог. Надеюсь, рассказал. Надеюсь, подсказал. Теперь вы знаете, как можно быстренько прокачаться. Если знаете какие-то еще тоже секреты, расскажите, поделитесь. Мне тоже очень интересно, особенно по гифтбэгам вот этих, которые я не могу прокачать. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписываться, ребятки. Не забывайте добавляться в мой дискорд. Не забывайте ставить лайкусики. Ну, а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!